Министерство юстиции подтверждает недобросовестность действий новых акционеров Moldova Agrobank, констатируя, что лица, выкупившие за короткий срок порядка 30% акций банка, действуют сообща. Об этом пишет еженедельник «Коммерсант МД». Если эти же выводы подтвердит Национальный банк, то новые собственники Moldova Agrobank будут лишены права участия в его управлении. Минюст заявляет, что пакет акций общей сложностью 30% находится в распоряжении одного лица. Новые акционеры адресовали единый запрос для получения единого разрешения Нацбанка на владение акциями. Кроме того, о совместных действиях новых акционеров свидетельствует тот факт, что контракты были авторизированы одним и тем же нотариусом. Номера апостилей на документах последовательны. Консультационные и юридические услуги были предоставлены одним и тем же адвокатом. Факт того, что интересы нескольких компаний, новых акционеров Moldova Agrobank, представляет один адвокат, однозначно свидетельствуют о том, что эти акционеры действуют сообща, говорится в выводах министерства. Напомним, что в самом Moldova Agrobank уверены в рейдерской атаке, схожей с той, что была осуществлена в 2011 году. Это же мнение разделяет и Европейский банк реконструкции и развития.